9 климатических зон, богатое культурное наследие, исторические и архитектурные памятники, природные ресурсы Азербайджана. Все это, отмечают эксперты, позволяет стремительно развивать сферу туризма в стране. С этой целью проводится комплекс мер. Особый упор, в частности, делается на возможности оздоровительного туризма. Оздоровительный туризм представляет собой широкую концепцию. На данном этапе определено 8 сегментов данного направления. Среди них медицина, спорт, кулинарный туризм и многое другое. В Азербайджане есть все условия для развития оздоровительного туризма. Его особенность заключается в том, что он не является сезонным. Число иностранных туристов, прибывших в Азербайджан для оздоровительного туризма, продолжает расти. Сегодня это десятки тысяч человек из 170 стран. За первые же 6 месяцев текущего года за лечением в знаменитый санаторий Нафталан обратилось 15 тысяч зарубежных граждан. Наблюдения, проводимые нами из года в год, показывают, что наблюдается стабильный рост числа прибывших в Азербайджан для оздоровительного туризма, в частности из стран Азии, Казахстана, Узбекистана и Израиля, а также Турции, России и Ирана. В целом, за последние годы в Азербайджане проделана большая работа по развитию туристической сферы, одного из ключевых направлений ненефтяного сектора, отмечают эксперты. В стране растет количество отелей, предпринимаются различные меры для увеличения потока зарубежных гостей. Наши туристические представительства уже открыты в различных странах. В ближайшее время они появятся еще в двух – Южной Корее и Украине. Определены 12 приоритетных рынков, на которых мы делаем акцент. С этой целью в Азербайджане организовываются инновационные медиатуры. Обширные кампании проводятся и в социальных сетях. В результате проделанной работы поток туристов в страну увеличивается с каждым годом. Число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан в январе-октябре этого года, превысило 2 миллиона человек. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство туристов прибывает из Ирана, Турции, Саудовской Аравии, России и стран СНГ. Также увеличилось количество гостей из Европы. Ожидается, что к концу года показатель превысит 3 миллиона человек. Фидана Гуи, Ульвия Сабиргызы, Джавид Гадиров, CBC.